26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. В 1987 году Генеральная ассамблея ООН учредила этот день, чтобы объединить усилия в создании международного общества, свободного от наркотиков. Так получилось, что в канун этого дня сотрудники УФСКН Почувашии выявили факт незаконного хранения 900 граммов наркотиков. Наркополицейские задержали новочебоксарца при попытке сбыть гашиш. Война наркотикам объявлена на всех фронтах. Одним из действенных способов борьбы с этим злом, по мнению специалистов, является профилактика. Сегодня в Чебоксарах прошел республиканский фестиваль, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. В фестивале участвовали молодежные объединения республики, волонтерские команды здоровья и творческие коллективы. В рамках антинаркотического фестиваля прошел республиканский конкурс на лучший проект по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Волонтер года». Незаменимыми помощниками наркополицейских в Чувашии стали курсанты детской полицейской академии. А в конкурсе «Агитбригад» победители – активисты Цивильского района.